Всем привет, любителям вязать. Сегодня будем смотреть демку Unravel 2. Вот. Я просто проверял, какого фига мне предлагает тут старт. Фу, все нормально. Надо на песню за Реквием по мечте. У нас тоже. Такая же погода, прям атмосфера, это 5D. Потерялась нитка. Пум-пум-пум. Блин, дождик задолбал идти у нас тут. Я не то, что я против дождика, просто... Не так часто же. Погода такая. Блин, вот именно где я живу, а над нами такая туча нависла. Надеюсь, я не умру. Шутка. Так. Тут как атмосферно. Там темнота, тут темнота. Но в реальности, конечно, покруче выглядит. Привет. Чё делаешь? Типа, тут можно вдвоем играть, но у меня нет друга. Поэтому играем. В одиночестве. Hello, my comrades. How are you? Ну чё ж. Братан. Меняться. Опять всю игру играть. Окей. Блин, это интеллектуальные игры. Это не тот формат, который мы любим. Пожалуйста, хватит. Вы слышите? Нормально. Атмосфера. И чё? Походу я тупой, но это нормально. За этой штукой надо идти, я так понимаю? Человек, но паук. Без него мы как без друг. Та-тан-тан-тун-тун. Но это у нас так нормально, что мы начинаем играть и первая же минута виснем. Это хорошо, это профессионально, мне кажется, так и надо играть в игры. Come on, guys! Она, кстати, красная пуляет. Ну, мы вместе сюда подошли. Ты же можешь пролезть, алло. Так бы... Вместе бы прыгнуть. А толку? Типа. Так, встаньте. Ну. Почему я на нем не могу встать? Hello, my comrades. Вот, смотри, я могу его с собой тащить. You're over here. Братан! Иди сюда. Надо, чтобы один повис, а другой его перебросил.
Правильно ведь понимаю? Я, наверное, дурак и просто. Но это нормально, в принципе. Это я стоило ждать. А как по-другому? Как может быть по-другому? Зато давайте поговорим о погоде. Как у вас дела? Пишите. Пишите в комментах, как у вас вообще дела? Как вы живете? Как вам лето? Как вам июль? Как вам вообще атмосфера? Как вам вот это вот все? Нравится ли вам подобное лето? Что вы планируете делать? Куда вы устроились работать? Что вы вообще? Кто вы? Пишите, пишите все вот это. Мне же это интересно знать, я же с ума схожу, если не узнаю. А если не хотите писать, я пойму все. Можете не писать, в принципе. Вообще забить, что я говорю, и вообще зачем вы тут делаете, а? Вот что вы тут делаете? Я не понимаю, идите домой. Да, шутка. Ёпарный театр. Поняли, что надо? Надо, оказывается, около друг друга зажать на треугольничек. Ясно. Давно я, короче, это в английский игры на английском не играл. Простите, пожалуйста. Простите, братья. Так. Тащи его. Братан. Нет. А, я думал, я могу ведь его подожди, я могу его? Не, я могу его тащить. Блин, прикольная игрушка, я бы в нее поиграл с кем-то. Так, тут и мультиплеер есть, кто-нибудь знает? И пошли такие. Е-е-е! Красава. Красава, хотел сказать, красота. Смотри, как пим-пим-пим-пим-пим. Кстати, напоминаю, что игра стоит 2500. Угу. Это довольно-таки немалые деньги. Че я могу в меню? Скрин. Но второго игрока у меня нет, поэтому... Sorry, sorry, guys, sorry, sorry, guys. Я могу менять персонажа, ты прикинь? Такой будет, пускай, рогатым, глаза у него будут такие... Асосы! Да, такие, нет, они будут расстроены. Тело будет такое, типа, секас. И будешь ты у нас, знаешь, каким цветом? Рабу, уж розовым. Красный и розовый. Нет, давайте сделаем. Жили у бабуся, два веселых гуся, один серый, другой белый, оба голубые. Ну, имеется в виду, ну, понял. Так. Сделаем, короче, одного голубым. Это голубой цвет или синий? Кто будет писать дальтоник? Да, это голубой цвет. Синий вот. Темный. Короче, неважно. Во. Синий, голубой, неважно. Так, а тебя мы сделаем белым. Давай, родной, есть белый? Есть, должен быть белый. Слишком ярко белый, ну давай, погнали. Про! Так, я тебя возьму, пожалуй. Все, пошли. Удобно, кстати, сделали с этой кнопкой. Главное не забывать жать. Тюн-тюн-тюн. Опа! Да я же здесь сейчас перепрыгну, смотри. Фу! Я же умею при... Фига тут геймплей. Так, а на стрелочке нельзя передвигаться. Почему мне пишет на стрелке, хотя на стрелках нет этого
назначение кнопок. Ну ладно. Это не столь важно. Идем дальше. Ууу, yeah, boy. Так. Что-то они от меня хотят. Я вон это смотреть, смотри, что они хотят. Если мы вот так вот делаем, сюда, потом сюда. Потом, опа! Да-да-да-да. И! Окей. Игра сказала нет. Давай еще раз. Нагибаем, идем, идем. Вот так вот, смотри. Опа! И сразу. Ну гениально же. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Смотри так. Опа! Ну это же профессионализм. Все, тут делать нечего. А говорили... Трудно. О, какой прикольный. Иди сюда, крабик. Ты мой маленький, иди сюда. Я тебя сейчас... Ловись, рыбка. Иди сюда. Не. Опа! Прям Uncharted 4. Раз, два, три. Полезно. Ну все, это... Делать тут нечего. Опа! Давай, 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 давай. Я Ведьмак играл недавно, я знаю, что делаю. Не, прикольный геймплей. Такой простой, такой прикольный. Опа! Напоминает Раймана. Ну, просто типа... Па-па-па-па-па. Вы слышали это? По простоте мне нравится. Ну там, правда, все было так просто, но было весело, радостно и по-детски. Опа! Лучше бы они Ubisoft Rayman сделали. Причем старый, классический, какой-нибудь ремастер крутой. Третья часть или продолжение. Третья часть нормальная, никак они тут... Намутили! Нет! Вставай, иди. Фу! Блин, как это классно. Это не стоит 2500, но это классно. У них все-таки хорошо, Ubisoft есть люди, которые могут делать игры. Они бесконечные открытые миры, которые пустые. Надоело, крабик уже психует там. У меня даже дождь психует. Так, надо раскачаться, я понял. Сейчас мы раскачаемся, смотри, как это делается. Вот так ты висишь, потом опа! И все, и ты раскачиваешься. Тут баланс надо, тихо. Влево, вправо, влево. Ух ты! Это было классно. Пошли дальше. Опа, давай, 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 давай. Так. А, я думаю, что-то мне посложнее предложит. Прикольно, мне нравится. Мне нравится, как цвета быстро идет, и что-то в этом есть. Это классно. Поскакали. Музыка такая еще классная. А, я не могу туда. Ага. Так, тут думать надо. Виси. Это гениально. Иди сюда. Давай. О, как удобно, слушай. Если ты один играешь. Типа хоп, переключаешься. По ниточке. Блин, я бы хотел в эту игру сыграть. Полную версию. Она прикольная. Оп, оп. Так. Тут а-ля Little Big Planet. Фью. Прекрасно.
Я смотрел, так, оба, и полез. Полез, ничего сложного, все профессионально делаем, смотри. Просто как учили. Проходим вот сюда, вот смотри, полез, такой зацепился и вот погнал дальше. Просто у нас персонаж жук, жук-олень. Оленой это какой-нибудь. Я не знаю, как это называть. В смысле квадрат. Ё-моё. И? Так, ага, я нитку создал. Ну нифига себе. Пока. Ты мне не больше не нужен. Ладно, шучу я, чё ты начинаешь? Прикольно. Иди сюда. Иди ко мне. Нет, даже не так. Давай, объединись. Да камон, чё ты не можешь? А, надо нитку отвязать. Да-да-да-да-да. Не-не-не-не. Иди ко мне, отлично. Так, L1. L1 и вправо. Чё? Так, я правильно жму? Чё? Чё сделал-то? Так. Этот пишет. Чё-то нам пишет все. Пишет чё-то все. Ага, полетел. Чё ты мне тут начинаешь? Давай, это как там? Опа! И понёс, давай. Давай, родной. А, я понял. Сейчас. Хорош дождь, ты задолбал. Вот хорошо. Вот у вас, пишите, есть дождь в городе? Если у вас есть дождь, то мы идем к вам. Не-не, стой. Такой завязал. Вот там сюда, да? Да уйди ты. Стопай, и чё? Не, подожди, а если... Сначала сюда? Подожди, я не понимаю, стоп. Камон, сложно. Ну. И. Нет. Я тебя могу привязать к себе. Как там зацепиться незачем? Ну а толку-то? Нифига себе. Нет, сил не хватает, родной. Я понял. Тимворк, тимворк. Отвязывай. А ты давай его тяни к себе. Стой, подожди. Тяни к себе. Нет, стоп, ты отвяжи. Давай. Опа. Иногда бывает трудновато, но нормально. Ух! Мы справились с этим. Без проблем, чтоб ты знал. Это вот начинается. Смотри.
Не, ну прикольно. Нет! Спокойно. А ты чё, а ты её... А он не может по его верёвке вперёд, блин. Извините. Блин, а я привязан. А, не, вот все нормально. Камон! Тяни его к себе. Тун-тун-тун-тун-тун. О! Не, ну прикольно. С камнем прибьет, алло. Живи. Нет. Нет. Иди сюда. Пам, 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 пам. Пау, 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 бля. А чё я писал? Удерживайте кнопку L2. Так, подожди, я, наверное, что-то неправильно понял. Но это, в принципе, нормально. Все понятно. Прикольно. Подожди, надо вниз спуститься. Смотри. Опа! Прикинь, так в реальности друга раскачивать. Стоп, стоп, поднимись. Пошел! Найс. Это гениально, слушай. Нет. Куда мы упали с тобой, бро? Надо подниматься. Братан, давай вот без этого. Опа. Угу. Все, я тебя понял. Нет, стоп, 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 стоп. Прикольный геймплей, мне нравится. Бро, я иду. Нет, я не хотел. Тупой. Я понял все. Сейчас все будет сики. Иди сюда. А чё он не привязывается, а? Давай, давай, давай. Сейчас все получится. Сики. Вот его мы берем к себе. Все, погнали. Раз, два, три. Так, так, так. Отлично. На деревья. Так, давай, определимся роли. Давай, ты синий будешь прыгать. Ты готов? Ну что, погнали? Так, поспрыгни. Фу, отлично. Отлично. Так. Сберись. Так, а что нам тут делать-то? Только не врезайся. Нет, я подумал. Родной, поднимайся. Фух. Такому жизнь меня не готовила. Может,
Так, если я отпущусь, я упаду. Ага. Тут зацепиться незачем, да блин. Да не врезайся ты, родной. Ему нравится врезаться, что поделать. Давай! Опа! И побежал! Давай, давай! Нет. Все, нитка-то у нас длинная. Что если я сейчас буду так висеть? А толку? Я держу! Не уходи! Нет! Так, ситуация у нас немного... Как бы это объяснить? Да я плетясь, ты та нормально все, нормально все. Я так хотел. Я так все и хотел. Сейчас мы смотри, сейчас все мы сделаем. Вы же верите в меня? Сейчас все будет, ты сики. Там бы я смог бы раскачаться, меня вот это вот интересовало. Так, бро, держи. Стоп, а я же могу. А я могу? Я не могу. Или могу? Это я врезаюсь. Что если я сейчас вот так пойду просто? Я хотел игру сломать. Это не работает. Давай, лезь. Вот так, ну-ка. Так, почти. Давай! Ты можешь это сделать. Там просто не варик, но я думаю, вот если отсюда попробовать. Только надо, знаешь что? Сейчас скажу, что надо. Надо чуть сюда подойти. Да. Что, готово? Ё-моё, далеко лететь. Там же все было проще, кто-то, я слышал, мне говорит в ухо. Зачем ты это делаешь? Лё. Да камон, чё там пишете? А мне пишет приятные слова. А. Точнее, того, что сейчас дождик идет, и все плохо. Нормально! Что делать тут? Он же падает, да, если я сейчас смотри? Да прыгни ты, родной. Ёп! А ты не допрыгнешь, да? Да, ты не допрыгнешь. Он скатывается. Видишь, скатывается. Что делать? Народ. Нам надо решать с этим. Надо с этим что-то делать. Че он не... Даже, а че он не прыгнул? Стоп, еще раз.
Время ограничено, мы будем сидеть вот на вот это, над этим вот. Давай, родной. Давай. Опа! Нет. Держу. Можно, кстати. Нет! Все. Мы в заднице. Или нет? Ну да. Не, не прикалывайся, типа ты. Привет. А, Вока! Точняк, а я что-то... Ну, причем я думал об этом, но не догадывался. Туп был. Прикольно. Давай. Ну все легко, видите? А вы переживали. Иди сюда. Пошли. Нет. Куда я упал? Темнота надоел. Давай яркий свет там. Немножко прошел, и вот начинается вот это вот. Не-не-не, давай вот потом сальтухи ты будешь делать. Опа! Нет, куда? А че он не цепляется-то? Блин, нет, прикалывай. Ага. Прикольно. Вот вовремя звонят. Извините, меня не слышали. Вы когда-нибудь пробовали? Я имею в виду, сейчас не слышали. Вы когда-нибудь... Ну, 20 секунд, не парьтесь, не думайте об этом. Вы когда-нибудь пробовали тренироваться на поле, которое полностью просто в жопу размякло? Ладно. Нормально. Спасибо, что погода чудесная на улице. Блин, я почти забрался, вы это видели? Я сейчас убьюсь. Можно убить кого-нибудь?
Например, разработчиков. Что они такой. Чудес! Я побежал, ведь я герой. Побежал, ведь я герой, да? Давай! Отлично. А вы переживали. Все легко. У тебя поначалу было страшно, да? Я сырой. Сейчас нитки не будут вязаться. Так, подожди, а что такое? Ух. Я уже думал, все. Хоть нитки. Нормальные. Давай. Так, подожди, мне надо тут создать. Так, я создал. Вот это я могу, видели? Так, а куда дальше? Гайс. Сначала не понял, потому что. Как удобно-то. Нет. Перепутал. Опа-на. Нет. Бро, держись. Только не падай. Угу. Привет. Давай, давай, родной. Отлично. Что? А, ну так я и хотел, да. Да. Вот да. Да, я так и хотел. Ой, вы что-то не видели сейчас. Я зря сейчас кое-что сделал, простите. Так надо было, мне кажется, игра больно, потому что громкая. Дали там. Надо было заранее это сделать. Сейчас-то уже конец, да, такой? Да ладно. Погнали. Что мне такое показал? Давай. Ой, надо развлечься. Что такая загрузка долго? Привет. А что делаете? Пешками баловать? Угу. Красиво. Бедная птичка. Не, только не головоломка. Это вот то, что я прошел. It's very work
Hard work. Это в больнице мы оказались. Ага. Это меня плющит или это игру плющит? Кто-нибудь не пишет? Стоп! Стоп, Ис! Смотри. Извините. У вас какая-то история рассказывается. Все непонятно. Такое ощущение, как будто это либо сейчас происходит, либо это было. Потому что, ну, судя по тому, как все выглядит, мне кажется, это было. Это призраки или они как-то что-то такое типа. И что ты хочешь? И что ты хочешь-то? Ну что ты хочешь-то? Целый рассказ, даже какая-то история интересная. Фига себе. Прикольно, но... Типа в этом что-то есть. Только непонятно, почему мы это видим. Ну, типа, это показано... Показано чисто для нас, для зрителей, или это... Или вот эти вот нитки, это... Может быть, это и были вот те девушка и... Кто там в окно постучал. Ну, или просто наркоман. Тоже как Улян. Как вы думаете? Голуби! Голуби! Иди сюда! Зачем? Я сейчас раскачаю. Зачем мне вот это, то, что мне тут предлагают? Давай! Музыка классная. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Тун-тун. И. Ха-тан-тун-тун-тун. Не знаю, что я делаю. Не спрашивайте. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Оба! Оба! Класс. Музыка очень классная. Тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я испугался. А, тут только так. Окей. Значит, смотри, делаем вот так. Пошел.
Нет. Ну нет, не падай. Ты что? Да блин, хамуха. Да знаете, почему так случилось? Я сейчас вам объясню, почему так случилось. Потому что я перепутал кнопку. Давай, родной. Ты же можешь прыгнуть дальше. Слава богу, каким-то волшебным образом я смог прыгнуть дальше. Причем, смотри, на миллиметр стоял. He is no cheat. Погнали, куда ты со мной идешь? Ты давай без меня никуда. Окей? Теперь можно умереть, а я как дурак сразу умер. Ты понял? Да блин, теперь я понял. Окей. Вторая попытка, и я пошел вниз. Теперь я тут, а ты внизу. Да ёб блестящие. Как сделать так, чтобы ты привязался? Типа, как ее натянуть? Во. Все, можешь падать. Не буду подбирать, погнали. Раз девочка, мальчик. Так, ну эту хрень ее трогать точно нельзя. Не думал, что надо 2 раза это сделать. Хотя ладно.
Я уже не успею. Как они там запутались-то, алло? На, объясни. Зачем? Да, кстати, зачем я два раза проделался? Я мог один. Тут уже можно обойти, но почему он не может обойти? Ёп. Запад. А. Тун 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 тун. Опа. И чё? Что тут пазл? Без пол-литра не обойтись. В смысле, а как нам забраться? Да, вот так я и хотел. Машинки он ездит красивенько. Не ходи в высокую траву. Голуби. Смотри, 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 что там делать. Как же, вот это тебе не... А, подожди, все нормально. Нет. Они не могли этого сделать. Я понял. Камон, а чё он не может подняться на эти лестники? Неужели так тяжело? Ну вот это бред, по мне так. Скейтборд. Скейтборд.
Прекрасно. Любовь. И что это? Может просто отдыхает. Как это мило. Блевать тянет, да? Чё? Все нормально. Так и знал, что в детстве понимал, что мы еще вернемся и вернусь к этой горке. У нас, правда, время подошло к концу. Время-то. Ой-ой. Ну, все равно это была демка. Спасибо, кто смотрел. Увидимся в следующих прохождениях. Подписываемся, ставим лайки. Если будет стрим, уже поиграем в полную версию. Если, конечно, будем играть. Удачи вам всем. Всем пока. Не расстраивайтесь.